Борьба с нелегальными перевозчиками в Иркутске идет уже не первый год, и сколько еще продлится, это скорее вопрос без точного ответа. Ведь на какие только ухищрения не идут предприниматели, чтобы сохранить бизнес. Хотя примерный сценарий, как может развиваться битва, уже есть. Его предоставила сама жизнь. Это громкая история с одним из маршрутов областного центра. Наверняка многие иркутяне помнят эпопею с автобусами 80К. Они длительное время курсировали по столице региона, не вызывая ни у кого подозрений. Как вдруг выяснилось, перевозчик работает без документов и подвергает жизни пассажиров опасности. Автобусы нередко становились участниками ДТП, а водители регулярно нарушали правила. Городские власти решили бороться с нелегалом, но сдаваться без боя предприниматель не собирался. Начались долгие разбирательства в арбитражном суде. В итоге действия перевозчика признали незаконными. Благо, доказательства имелись в изобилии. Противостояние 2 года назад закончилось тем, что незаконный маршрут все-таки исчез с городских улиц.